Алтайский Сбер стал стратегическим партнером Дня Сибирского поля 2023. Представители компании рассказали участникам и посетителям форума о цифровизации агропромышленного комплекса, кредитных продуктов для сельхозпредприятий и других финансовых инструментах. Какие возможности открывает такое сотрудничество, расскажем далее. Площадка Сбера, участника стратегического партнера агрофорума, пользуется неизменным интересом у посетителей. Компания консультирует по вопросам кредитования, лизинга, агрострахования и представляет передовые цифровые решения. Здесь технология «Агропилот», которую можно использовать на комбайнах. Мы даем рекомендации нашим клиентам с точки зрения стратегии развития бизнеса, спроса на их продукцию, даем всевозможную аналитику, которая полезна как раз для того, чтобы бизнес наших партнеров развивался. Сбер подписал на агрофоруме несколько соглашений. Вместе с Министерством сельского хозяйства края компания поддержала новую инициативу – проект «Цифровая трансформация хозяйства». Его цель – продвигать новые технологии в алтайские хозяйства, показать, как, применяя различные цифровые решения, можно увеличить производственные показатели предприятия. Цифровые технологии в АПК «Енисейском» мы начали внедрять 2022 года. Они нам позволяют следить за состоянием полей, за состоянием животных на фермах. Все это сводить в цифру, получать анализ и экономить средства, которые мы можем потом использовать на развитие нашего предприятия. Новый перспективный проект – один из важных результатов форума с участием Сбера. Его руководители и специалисты провели переговоры с несколькими десятками компаний. Сотрудничество, которое сложится, откроет новые возможности для конкретных предприятий и всей аграрной отрасли края.